свет. Мы приехали на выставку, сейчас покажем вам много света. Света, да, это, может быть, далеко не всегда будет европейский свет, но это уже будет более бюджетный свет, не тот, который вы видели на Евролюче, а что-то более земное. Прежде чем снять вам видео с Костей Цепелевым, нужно решить одну проблему – найти Костю Цепелева. Ура, мы нашли его! Давай, рассказывай. Короче говоря, из истории выставки Интерлайт. Раньше павильон форум считался вообще самым таким топовым. Здесь всегда выставлялись там монстры светотехнического рынка, российского в основном, ну и европейцы. Да, то попасть в форум было всегда как бы, ну прям вот вообще, то есть ты занимаешь павильон форум, как бы неважно каким там осколком, 2 квадратных метра, но ты уже как бы близок. То есть ты как бы крут вообще да, нереально. Да, ты как бы крут нереально. Сейчас, пройдя по форуму, я понимаю, что эти правила не действуют, элиты здесь нет никакой, и из всего обилия представленных здесь стендов мне понравилось только 2, которые, ну 3. Которые есть смысл посетить, и, в принципе, можем к ним сейчас и потихоньку пройти. Реально выставка бедная, я боюсь представить, что творится дальше по павильону, потому что если там форум такой, как бы... хотя бы, там есть ну, хотя бы светильники. Здесь они тоже, кстати, по крайней мере, они светят. Да, по крайней мере, хоть что-то светит. Короче, это не Милан, это не Франкфурт, это даже не Салоне Москва. Даже не Салоне Москва. Это вообще грусть, тоска. Но специалисты обязаны посещать все выставки. Мне больше стендов, это вот этот. Это а что по цене? Вот это вот главное, потому что вот это вот по цене, да, да? Цена вообще прям хорошая. Слушайте, ну по меньшей мере тут весело. Да с нами скучно не бывает. То есть это второй стенд, на который Костя сказал, что стоит обратить внимание. О, гнутый профиль, да, круто. Но это именно профиля всякие вот. Все слышали, да, что это поляки, но качественные, хорошие. Косте понравилось, в общем-то, мы ему доверяем на все 100%. Очень хороший рассеиватель по качеству. Это, кстати, видно даже вот невооруженным глазом. Новые профиля для натяжного потолка. О! И под гипсу, и под натяжной потолок. Круто! И для крайнего крепления, да, и для центрального. Супер! Теперь эти штуки можно совмещать с натяжным потолком. Это будет интересно тому, кто хочет гримерный свет у себя, да, но не делать вот эти лампочки. Смотрите, это все поворачивается, можно алюминий настраивать. Круто! А в ванной их размещать можно? Можно, говорят. Вот это, ну, да? Вот все, третий стенд, который здесь, нужно посмотреть. Ну что, в этом павильоне все, причем это был топовый павильон, как понимаете, в топовом павильоне вы... Я, честно говоря, боюсь посмотреть, что будет там. Очень насыщенный выставка. Потрясающе, да, что мы придем не в такой топовый павильон, так выглядит на Интерлайте павильон с не топовым светом. Его просто нет, нет вообще. А, мы нашли еще светильники. Да, зато дешево. На самом деле, Костя, это то, что в основном продается во всяких максидомах, Леруа, и поэтому наша цель из этого найти что-то такое вот. Ну, что... на самом деле есть что посмотреть, как просто надо более-менее хорошо с этими, знаете, там, я использую эти продукты свои. Тоже про дизайн, это вполне себе тренд, да, мы увидим в более топовых фабриках уже давно, но вот он спустился к нам в мир обычных людей. А, мы обещали, что будет весело, вы следили за, за нами в сторис? Конечно, я только что вас видел в сторис и сразу побежал. Мы идем, здравствуйте, Анастасия, привет, да.
Ой, а где диваны? Где диваны? Смотрите, как будет красиво. Обращаю внимание на то, что хороший демократичный бренд. Хороший? Да, с большим ассортиментом. И вы стали их дилерами? Мы стали эксклюзивными представителями. Вообще, это диваны, но у диванов иногда еще появляются светильники. Почему бы нет? Вот мы нашли прикольные штучки. Пойдем узнавать, кто что. У них вот подвес. Мне очень понравился. Мне тоже подвес понравились. И вот торшер еще понравился. Кристалл люкс и довольно симпатичные вот такие светильники. Но, как вы понимаете, они не они. Изначально это совершенно другая фабрика. Костя, расскажи нам, кто это в оригинале? Ой, здесь собрана целая коллекция мировых брендов. Копии, вдохновения, тренды, короче. Ну, где-то что-то как-то практически весь Милан тут собрался.